Не сегодня, так завтра в Омской области из спячки могут выйти клещи. Тому способствует теплая дневная погода. На выходные обещают до плюс 8 градусов. Самое время, советуют врачи, привиться против клещевого энцефалита. Чем раньше, тем лучше, ведь клещи очень быстро становятся активными. А прививание состоит не из одной процедуры. Сегодня поставил прививку, потом поставил прививку через месяц, это оптимальный вариант, а затем через 9-12 месяцев, вот. А затем через 3 года и последующие ревакцинации один раз в 3 года. Вот только с выбором вакцины могут быть проблемы. Дело в том, что зарубежных препаратов в России нет, не прошли сертификацию. Поэтому в приоритете отечественные аналоги. Ну, для производителей это бизнес, поэтому ценник на вакцины они уже подняли. Врачи препараты тоже оценили. Хочу предупредить всех людей, которые получали прививки в прошлом году у нас, да, и получали зарубежными вакцинами. Можно проводить ревакцинацию, которая проводится через год, нашими отечественными вакцинами. Препараты тоже хорошего качества и высокоэффективные препараты.